Всем доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня с салатиком. Все-таки у нас длинные выходные приближаются майские, да? Кто-то на природу, кто-то на дачах, кто-то дома в гостей встречает. Салаты будут у нас актуальны, как всегда, на праздничном столе. Поэтому предлагаю вам еще один рецепт очень вкусного, бюджетного, изумительного салата. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали. Салат самый простой, готовится очень быстро из самых доступных продуктов, но получается очень вкусно. Давайте по продуктам. Значит, у меня здесь грибы. Вы можете взять шампиньоны, вешенки, ну все, любые грибы, которые есть. Их нужно предварительно обжаривать. У меня это лесные грибы. Здесь у меня подосиновики, подберезовики и есть немного белого. Они были заморожены у меня, я их обжарила сейчас. Вам уже это показывать не стала, конечно же. В общем, грибы. Сколько возьмете, столько и возьмете. Они салат точно не испортят. Ну вот у меня, видите, сколько в тарелке. Здесь два помидора. Томатики брала вот такие средние. Не очень такие крупные. Но и порезала я их тоже не очень мелко. Вот прямо такими вот крупными кусочками, чтобы ощущалось, в салате в этом мельчить ничего не нужно. Фасоль. Можете взять красную, можете взять белую, как вот это сделала я. Обычная банка фасоли, я ее откинула на дуршлаг, ну на сито, промыла, чтобы она была без рассола, без этого. Вот, пожалуйста. Морковка по-корейски. Ну, граммов 100-120 возьмите. Это морковка моего приготовления. Я вам ссылочку вверху оставлю. Заходите, пробуйте. Морковь изумительно вкусно получается. В общем, вот такая вот. Если вам покажется, что она слишком длинная, вы можете ножницами вот так вот ее порезать. Из приправ у нас будет чеснок. Лучше чеснок пропустить не через чеснокодавку, а или мелко порубить, или, значит, на терочке, на мелко. Ну, вот я на терке потерла. Сколько тут? Ну, вот в готовом виде будет где-то чайная ложка. Вот так вот. Ну, чеснок берите, в общем, все по вкусу. Потребуется домашний майонез. У меня свой домашний майонез. И вот видите, какой густой получается. И я вам порекомендую. Мы тут делали, те, кто, конечно, уже давно делают этот майонез, да, ссылочку я оставлю для тех, кто не делает. А для тех, кто делает, порекомендую вам, попробуйте вместо обычной русской горчицы положить туда такое же количество дижонской горчицы в зернах. Получается совсем другой вкус, вот, очень вкусно. Попробуйте. Все, осталось соединить все ингредиенты в салатнике. Отправляем в салатник грибы. Помидорки, фасоль, морковку, чеснок. Перчить и солить я не буду, потому что грибы я предварительно, когда обжаривала, конечно же, посолила. Фасоль соленая, морковь тоже, и майонез, естественно, тоже соленый, поэтому тут ни перца, ни соли мне не нужно. Так, сколько майонеза положить? Немного, много не надо, вот столовой ложки будет вполне достаточно. Если что, потом проверим. Все, перемешиваем. Перед тем, как переложить салат в красивый салатник, перед подачей на стол, обязательно попробуйте, все ли вам хорошо по вкусу. Если что-то не хватает, то добавьте. Сейчас сервируем, просто перекладываем в красивый салатник. Смотрите, какая красота у нас получилась. Получается изумительно вкусно. Вот обязательно попробуйте. Подайте сейчас у вас впереди праздники. Подайте на праздничный стол. Немного затратит у вас времени для приготовления. Не так это бюджетно нам обходится нашему карману. Но получается изумительно вкусно. Хорошего вам дня и приятного аппетита. Смотрите, какая красота получается. Те, кто не пробовал такое сочетание продуктов, обязательно попробуйте. Я вас уверяю, это очень вкусно. И на столе будет смотреться превосходно. На закусочку это вообще во.
Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. Оставьте пару слов в комментарии, я буду вам очень благодарна. Всего вам самого доброго и самого хорошего. Приятных вам выходных. От Татьяны с любовью. Пока-пока.